Добрый день, друзья мои! Приветствую вас на моем канале, на канале вязаных игрушек Фарилой. Сегодня я хочу вам показать, как связать вот такие маленькие брелочки и очаровательные тыковки крючком. Смотрите, какие милашки, какие мордашки! Размер тыковки около 5-6 сантиметров. Отличная идея для подарочка к предстоящим праздникам. Представьте, как умолительно будет выглядеть ваш рюкзачок или сумочка с таким брелочком. Мастер-класс очень простой. Связать такой брелок смогут и начинающие мастера. Главное знать основы вязания и быть внимательным. Буду очень благодарна за поддержку меня и моего творчества. Станьте спонсором моего канала. Но прежде чем мы начнем, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать много интересных идей и мастер-классов от меня. Также вы можете посмотреть плейлисты «Брелки крючком» или «Подарок крючком». Там вы увидите очень много интересных видео. Для того, чтобы связать вот такую тыковку, нам понадобится оранжевая пряжа, немного коричневой и зеленой пряжи, горячий клей, холофайбер, две пуговицы 6-7 мм, тонкая черная нить, металлическое кольцо для брелка. Вязать игрушку я буду крючком 1,75. Первый ряд 6 столбиков без накида. Вяжем тыкву. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Второй ряд 6 прибавок, 12 столбиков в ряду. 1 прибавка, 2 прибавка, 3. Четвертая. Пятая. И шестая прибавочка. Третий ряд столбик прибавка 6 раз. 18 столбиков в ряду. Столбик. Прибавка. Раз. Столбик. Прибавка. Два. Столбик. Прибавка. Три. И так еще 3 раза. Четвертый ряд 2 столбика прибавка 6 раз, 24 столбика в ряду. 1, 2, прибавка, 1, 2. 3 прибавка. И так до конца ряда. Пятый ряд 3 столбика прибавка 6 раз, 30 столбиков в ряду. 1,
два, три, прибавка, один, два, три, прибавка, продолжаем. Шестой ряд, 4 столбика прибавка, 6 раз, 36 столбиков в ряду. 1, 2, 3, 4, прибавка, 1, 2, 3, 4, прибавка. И так еще 4 раза. С 7 по 10 ряд вяжем 36 столбиков без накида. Одиннадцатый ряд вяжем 4 столбика убавка, 6 раз 30 столбиков в ряду. 1, 2, 3, 4, убавка, 1, 2, 3, 4, убавка, продолжаем. Двенадцатый ряд, 3 столбика убавка, 6 раз 24 столбика в ряду. 1, 2, 3, убавка, 1, 2, 3, убавка, продолжаем. Тринадцатый ряд, 2 столбика убавка, 6 раз 18 столбиков в ряду. 1, 2, убавка, 1, 2, убавка. Итак, еще 4 раза. Наполняем холофайбером. Четырнадцатый ряд, столбик убавка, 6 раз 12 столбиков в ряду. Столбик, убавка, раз, столбик, убавка, два, столбик, убавка, три. Продолжаем. Пятнадцатый ряд,
6 убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оставляем длинную ниточку. Закрываем отверстие. Вводим иголку в середину тыквы и выводим с противоположной стороны. Делаем утяжку с противоположной стороны. Также опять вводим иголочку, выводим с другой стороны, подтягиваем, сильно не натягиваем, чтобы у нас была немножко вот такая натяжка. Делаем где-то 4-5 вот таких стежков. Вот смотрите, как получается у меня. Получается вот такие 1, 2, 3, 4 дольки. Последнюю дольку я не натягиваю. Здесь мы будем пришивать глаза. Так, дальше переворачиваем. Там, где убавки, вверх. Отступаем от этой дырочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Между 8 и 9 рядом пришиваем глаза. Между глаз 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Для утяжки прошиваем глаза второй раз. Вышиваем брови. Улыбку отступаем от глаз один ряд. Делаем вот такую петлю. Подхватываем ее на один ряд вниз. И в эту же дырочку вводим иголочку. Вот так вяжем стебель. Первый ряд 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. 5, 6.
Второй, третий ряд, 6 столбиков без накида. Довязали. Присоединяем нить. Четвертый ряд. 6 прибавок, 12 столбиков в ряду. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья. Итак, еще 3 раза. Четвертый ряд, столбик, прибавка, 6 раз, 18 столбиков в ряду. Столбик, прибавка, раз. Столбик, прибавка, 2. И так до конца ряда. Пятый ряд. 2 воздушные петли. Столбик с накидом. Следующую петлю. 2 воздушные петли во вторую петлю от крючка соединительный столбик. В эту же петлю столбик с накидом. 2 воздушные петли в следующую петлю соединительный столбик. 2 воздушные петли. В следующую петлю столбик с накидом. 2 воздушные петли во вторую петлю от крючка соединительный столбик. В эту же петлю столбик с накидом. 2 воздушные петли. В следующую петлю соединительный столбик. 2 воздушные петли. В следующую петлю столбик с накидом. 2 воздушные петли. Во вторую соединительный столбик. Столбик с накидом в эту петлю. Две воздушные петли в следующую петлю соединительный столбик. У нас получаются вот такие листья. Итак, продолжаем до конца ряда. Вот так я сразу пришью металлическое кольцо. Я люблю пришивать.
Делаем узелок и прячем ниточку. Вот так. Берем горячий клей. Пришиваем или приклеиваем листья. Распределяем каждый листочек. И каждый листочек я приклею. Делаем маленькую капельку. Вот такие красотулечки у нас получились. Надеюсь, у вас все получилось и было все понятно. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте пальчики вверх. Всем хорошего настроения. До новых встреч!